почему я на полу лежу? А почему вид у меня задница? А не вот знаю, это ты был. Курица. Смотри, а ну-ка. А чё у тебя с глазами, монет? А чё он лежит? Чего лежит? Перекосило, да? Всё, пошли-то, Вер. Смотри, мы так ходить можем, монета. Я пошёл. Это выглядит вообще... Пошли. О, на shift работает. Да, здесь на shift есть. О, тут уже интересно. А чё мы проходим вообще? Миссия есть какая-нибудь? Что тут делать? Это только начало её, походу. Видос можно назвать. Три индюшатины проходят. А нет, Антон же там корчится. Я не что-то. Да. В этом и минус. Что, у меня индюшку взял? Ну да. Долгом будем подниматься? Знаю, я уже там даже пять поднялся. Слышите эти звуки, да? Музыка там. Да. Можно потише вроде сделать. Да, я сделал потише, хорошо. Пьем. Этот скачал. Сидел. Спрятался. Я там только... Блин, может это уровень, типа, максимальное количество этажей? По лестнице? Да. Наверное. Чуть уже устал. Держу в курсе, мы 6 этажей поднялись. О, смотри, аккуратно. Лёва, поднимаетесь? Да. Да. Давай. Чего не прыгайте? Блин. Думал, кто-нибудь упадёт. Так в чем прикол? Сколько подниматься можно? Мадрид, а? Опа. Там темно, я этого не хочу. Я пошел. Я тоже. И что? А, лестница, понял, класс. Я даже не удивлен. Сколько можно подниматься по лестнице, не понимаю. Опа. Понял, левая. О, лестница, класс. О, жижа, класс. О, ХП тратится, класс. Идем дальше. 10 этажей поднялись. 11. Типа, насколько нас хватит или что? Я не знаю. Прикинь, тут 150 этажей, мы сейчас такие вверх ходим. Просто прохождение 50 этажей в ТикТоке. Ой, в Роблоксе, в ТикТоке, говорю. О, кто сдох? Кто сдох из вас? У меня петух орать начал. Я не сдох. Вот звук телевизора. О, это хорошо. Опа. О! Я не удивлен, в принципе, снова лестница. 14 этажей поднялись. Класс. О, шкаф, который был на первом этаже. Класс. Идем дальше. И что я вижу? Снова лестница. О, супер. О, этот мусор лежал еще на третьем этаже. И снова лестница, как и на 13-м и на 5-м этаже. Опять мусорка. О, снова шкаф. Привет. Откроем дверь. Спрячься в него. Мне надо повернуться сбоку. О, что я вижу? Дверь. А за дверьми что? Лестница. О, класс, поднимаемся. Также налево, да? Да. Я думаю, тут этажи 30, наверное. Нет, а ты где? Я поднимаюсь. Нет, отстал. Щелкай пробел просто, когда это бежишь. Опять интернет. Что это? Ты опять крашнул? Опять. Подожди, что? Его опять крашнул. Я вижу, ну давай, мы сейчас дойдем. Ой, нифига тут. Тут привидение какое-то заспавнилось. Оно за мной идет.
спасите меня. Лол, меня ты бэхнул, у меня стена появилась передо мной. И там эта хрень идет. Что мне с ним делать? Ты где, Рома? Не трогай меня. Она забанилась на тебя? Да, но я убежал. А ты сдох? Нет, я на 21 этаже. Тут ворона сидит. И мурашки, пипец. Ворона каркает, реально. Тут шкафы, наверное, чтобы от той хрени прятаться, которая только что вылазила. Блять, у меня свет выключился передо мной. А, я тоже. А, это ты. Бля, Рома, иди ты, я не пойду туда. Хорошо, давай, иди сюда, что ты хочешь? Что ты хочешь, сука, что ты хочешь? За тобой побежала. Она за мной теперь бежит. Че, не можешь там ты? Опа. Это что такое? Тот теперь ты. Давай, пошел. Я пошел. Я прошел. Она не умеет. Не, она не может по лестнице ходить. А, она слишком глупая. Искусственный интеллект. У нее подбородок лишний. Это вот видишь, сейчас начинаются какие-то скримеры на 24 этаже. Это надо полчаса бегать, чтобы скримеры пошли. 15 минут прохождения 50 этажей просто. Я же говорю, тут, наверное, этажа 33 сейчас будет. Потому что чуваков могло же законнектиться 33, верно? Скорее всего, этажей также 33. У меня еще Игаль, ему надо что-то. Я доеду, пусть разбудит меня все. О, меня опять тут телепортируется какая-то хрень тень. Идите 30 раунд, просто идите по этой лестнице. О. Нормально. О, и то, и снова лестница. Это было крипово, кстати, вот это. Долго мне кликать это, поэтому пробел я уже устал. Пробел кликать? Зачем? Пощелкай пробел. Она ничего не дает же. Нет, почему? У меня ничего не происходит. Жми W и Shift. Мне ничего не происходит. Пробел. Ладно. 32 этаж. Красная комната. Лежит 4 трупа, и сейчас они все проснутся, скорее всего. Нет. Мы дальше поднимаемся. Ну ладно, на 33 этаже, значит, они проснутся. О, смотри, я же тебе сказал, 33 этажа будет. И тут кодовый замок. А какой код здесь? Опа. 4108. Спасибо. О, лестница. И снова класс. Лестница? Вау. По лестнице идешь, это хрень, дыхалка ни хрена не останавливается. О! Свет выключился. Устал. 36 этажей уже поднялись. Ку-ку. О, зеленая, как на 18 этаже. О, там мерзухи какие-то. Это знакомый персонаж. Ой, мы его видели уже. Иди в задницу. О, он меня закоцал, кстати. Я тоже. Ты тоже закоцал? Ну, чуть-чуть. Да я вообще молчу.
ворона опять, сирена уже была здесь. Да ё-моё, сколько этажей можно тут проходить? 40 этажей уже. Что-то кашляет. Тут, походу, пока ты не сдохнешь, может? Да как сдохну? Ну, пошли сдохнем. Ну, типа, у тебя, наверное, зомби этот какой-нибудь, тебя призрак должен завалить, не? Не, ну сколько тут максимально этажей? Не думаешь, что тут 100 этажей? Я уже устал идти. Долго это будет продолжаться? Ну, что-нибудь новое, нет? О! Чё? Эта херня вроде здесь была. Подошел в жопу. Он тут меня не тронул. Телепорт этот? Ага. О, красная комната. Может, по ним походить? О, трупаки надо? Опять. Знаю, прям на голову, где? Прям на труп на голову наступаю. Прошел по трупу ногой. Шок-контент. Хм. О, мусорка из первого этажа. Она и на третьем тоже. Ты так быстро бежишь постоянно под шифтом? А, это секрет. Как у тебя так быстро восстанавливается? Я просто щелкаю пробел. А так он ничего не дает, ничего не происходит на пробел. Надо еще вот так делать. Ползти? Mm. О, дверь. О, лестница, класс. 47 этажей прошли. 47. Понял? Ливать уже неохота, потому что, ну, наверное, уже скоро конец. Что тут? Я обосрался. А стена? У меня, было, у меня лестница встала передо мной. Да, бетонная стена, у меня уже это было тоже. Ну, 49 этаж дальше. Сколько еще будет продолжаться? Музыка громче, чем вот это. Чем мой голос не будет. 50 этажей. 50. Не, ну хоть какое-нибудь разнообразие. Можно, типа, одни и те же челюсти, типа. И дальше пошло. 51 этаж. О, опять чувак этот висит тут в воздухе. О, мы тебя видели, блядь. Гуманоид этот. Все, я только еще был обосрался дальше. О, жердяй. В конце небось будет, типа, знаешь, новые придурки, типа. Смысла не было, типа. Ну да, типа, ты такой проходишь 70 или там 100 этажей проходишь, и там такое просто, типа, you game over. О, опять. Ну, это то же самое. Вот здесь. Да-да. Ты уже чекнул код? Угу. Я хотел, чтобы ты просто так туда зашел. Понятно. Опа, что-то новенькое. Не, такое уже было на 30-м этаже каком-то там. Было. Поднялись на 60 этаж. Слышишь, монета, у нас 56 этаж. Что происходит? Долго еще? Мне прям реально интересно, когда это закончится. Ты думаешь, дверь закрыл умный? 57. Закринж вообще. Двери, вау. Вау, опять лестница. Че, Морган зайдет, говорит, скажет, что делали этот час? Скажем, блядь, по лестнице поднимались. По лестнице поднимались. Бля, одно и то же, ну чел, ну разнообразие. Давайте хоть, ну, каждые 10 этажей. Монета, что ты за уровень выбрал? Бля, короче, мы доходим. Опять крипер. Мы доходим, короче, до сотого. Крипер в Майнкрафте. О,
Ой, крипер. Сейчас взорвется. Сейчас взорвется. Кто не Наташа выпивает? Опять этот царь стоит. Да нет. 62 этаж, Рома, что происходит? Долго мы еще будем идти? Монета, можешь загуглить, пожалуйста? Напиши, спроси, сколько здесь этажей в гугле. Ну загугли, посмотри там. Ты же знаешь, где мы за... Поэтапно, типа, нет, подожди, сколько этажей... Посмотри, что это за режим, в который мы заходили. Не, бред, все, не. Хотя мне интересно тоже, знаешь, конец, посмотри, что... Блядь, я прыгаю, короче, Рома. Ты умер, все. Все, оживить. А, ты поним, ты понял? Типа да. Это все, это бесконечная хрень, скорее всего. Ну типа так, на рейтинг, кто сколько этажей поднимется. Это бред, нет, спасибо. Боже. Не настолько. Боже. Мы 64 этажа прошли и ничего. Я видос напишу, как нас наебали на 20 минут моего времени. Боже. Как я проебал пустую 20 минут своего времени в жизни, блядь. Ребят, ребят.